Школа – это место, где живет детство и юность каждого человека. Интересно ли там, хочется ли туда бежать, чтобы свои самые беспечные и ребяческие годы провести не только полезно, но и не скучно. Ведь по-настоящему научиться можно только тому, что любишь. И таких школ в Гродно немало. Мы продолжаем программу «Школьные заметки». Сегодня мы приехали в 37-ю школу города Гродно. Говорят, здесь есть свои ученические министры, будущие звезды белорусской эстрады, а также тот, кто собирает кубик Рубик всего за 20 секунд. Давайте проверим. Если день начинается с зарядки, это уже половина успеха и максимум бодрости. Важность спортивных, помимо умственных нагрузок, для гармоничного развития ребят учитывают и в 37-й городской школе. Ведь физкультура здорово и здорово дополняет жизнь, помогает быстро обновлять силы и, следовательно, лучше справляться с предстоящими задачами. Гоняйся, если хочешь быть здоров, утро я всегда начинаю с зарядки. И даже если утром на несколько бодрящих упражнений согласится не каждый ребенок, то на школьные подвижные перемены уж точно придет с удовольствием. Наклоны, прыжки и приседания под зажигательные ритмы ребята без лени готовы выполнять после каждого урока. Поэтому, как только слышат долгожданный звонок на перемену, опережая друг друга, спешат в школьный холл. Ведь нередко танцевальную компанию ребятам составляет не учитель физкультуры, а телевизор, доказывая, что может не только портить зрение малышей, но и быть весьма полезным. Очень интересно. Мы сначала бегаем, потом прыгаем мячиком, лазаем по турникам. Подобные небольшие дискотеки между уроками могут посещать абсолютно все учащиеся. Но все же наибольший интерес подвижные перемены вызывают у самых маленьких ребят. Детям очень нравится. Дети очень заряжаются энергией, отдыхают между уроками. И это соединяет нас, учителей и детей. То есть это очень хорошая практика. Мы бы хотели порекомендовать всем школам применять, по возможности, конечно. А это юные волейболисты школы. Попадать точно в цель и держать удар в стиле учащихся 37-й школы. Не зря баскетбол и волейбол здесь самые любимые и успешные по количеству побед в соревнованиях виды спорта. Отчасти благодаря тренеру Сергею Кириллову, который пришел к ребятам из большого спорта после 20 лет работы со сборной университета имени Янки Купалы. Немножко разбежаться четко. Мишка вышел под мяч четко, дал передачу. Круглый мяч объединяет, так считают дети и учителя 37-й школы. Поэтому и взяли первенство Октябрьского района по волейболу. Покорились ребятам и чемпионаты области среди детско-юношеских спортивных школ наряду с другими волейбольными турнирами. Самое главное, что дети оторваны от улицы. Потому что мир 21 века – это мир технологий и компьютеризации. Идет страшный уклон в гиподинамию, гикогенезию, который не дает возможности движения, активно развиваться детям. И мой богатый опыт, я думаю, пригодится. И сколько есть сил, желания, здоровья, будем помогать детям в становлении их как личности. Помогает развивать популярные у ребят виды спорта и школьное самоуправление. Этим занимается ученическое министерство спорта. Глобальная задача министра спорта 37-й школы Юрия Волошко – ограждать учащихся от глупой траты времени, прививая взамен любовь к активной, интересной жизни. Чем эта проблема может быть вызвана? Конечно же, нашей пиар-компанией. Главная проблема будет в наших промоутерах. По предложению Юрия уже запущен новый спортивный проект школьного, а при удачном раскладе и городского стритбола. Ребята, лучше выждать. Чего там выжидать? Зачем напрасно спорим? Пока что не горит. Мы выждем и посмотрим, чего он натворит. Идея уличного баскетбола получила поддержку руководства школы и будет реализована уже в этом году. Мы хотим сделать новую лигу. Это будет не просто школьная лига баскетбольная, а она будет городская. Это будет
Основной упор будет сделан на молодежь, на подрастающее поколение. В этой лиге будут участвовать школьники, начиная с пятых, заканчивая выпускниками. Школьная дума возникла на втором году существования 37-й школы. Органы ученического самоуправления, президент и его 6 министров формируются и обновляются каждый год. Министерство труда и заботы, культуры, спорта, дисциплины и порядка, науки и просвещения. Каждый министр отвечает за свою сферу и становится проводником идей сверстников к руководству школы. Сегодняшняя наша тема – это дискотека. Прошла она у нас в минувшую субботу. Как вы считаете, прошла она успешно или были какие-то недостатки? Подобные ученические советы формируют личность с нужными для взрослого человека качествами, ответственности за свои решения и общий результат. Те предложения, идеи, которые внесли учащиеся для улучшения школьной жизни, мы стараемся их донести до школьной администрации. Естественно, они проходят некий отбор. Мы их тщательно рассматриваем и выборочно доставляем к школьной администрации. Так лично, молодец! Ну, толковый какой ученик попался! Заботиться о здоровье и правильных интересах школьников и антинаркотический отряд. Эти ребята – противники всех пагубных зависимостей, о чем публично заявляют не только со сцены. Донести сверстникам, что действительно важно в жизни, активисты отряда стараются также в ходе акций и дискотек, посвященных здоровому образу жизни. Мы решили, что своим показательным выступлением мы должны показать зрителям, что это не просто маленькая проблема, то, что наркотическая зависимость, особенно в этом поколении, она развивается достаточно стремительно, и это не очень хорошо, но мы своим выступлением показываем, что выбирать здоровый образ жизни – это намного важнее и лучше. Быть по жизни художником, поэтом, да и просто хорошим человеком, несмотря на обстоятельства, такова философия ребят. И благодаря ей команда уже 4 года подряд становится призером районного фестиваля антинаркотических отрядов Октябрьского района города Гродно. Неплохо быть и ученым. Алексей Куприянович, Антон Барташ и Илья Семашко – лучшие математики 37-й школы. Авторы ряда научных работ и проектов, победители самых почетных молодежных конкурсов. К примеру, Антон Барташ решает высшую математику с 8 класса. Лихо справляется с системами линейных уравнений, методом Крамера выводит свои закономерности. Считать и писать ты умеешь? Умею. Сколько будет 5 5? 25. Хозяин! Это большой ученый, а! Антон уже подсказал руководству школы, как за 4 месяца сэкономить на электроэнергии порядка 1500 рублей с практическим руководством к действию. Идея постепенно реализовывается. Есть в научных закромах талантливого ученика и любопытная разработка строительства дороги от Августовского канала до Гродно. Участвовали мы в фестивале учебной книги республиканском, там заняли тоже 1-е место. Там около 1000 работ было. Участвуем при этом в международных конкурсах. Это «Открытые ладони» был конкурс учебных работ. Там мы также заняли 1-е место. Я, Илья, Леша. Научное сообщество 37-й школы состоит из около 100 ребят с исследовательским складом ума. И работа у них кипит реальная. Берутся за самые серьезные и долгосрочные проекты. Хоть и название носят по-детски необычное – «Крокотук». Оно называется так интересно «Крокотук». Почему такое название, не знаю, но пришло само по себе еще, говорится, со времен создания школы. Я здесь не работал, школа открылась, вся администрация собралась и придумала название вместе с активом школы. Явно каждая буквочка что-то значит. Нету, говорится, уже у кого спросить. А это основатель движения любителей кубика Рубика. Таких механических головоломок у Сергея Ключника несколько, причем с разными гранями и количеством квадратов. И справляется со сборкой таких ребусов он всего за 20 секунд. Парень прославился во время выступления на школьной минуте славы, после чего к нему стали обращаться ребята с просьбой научить собирать кубик так же, как он. И Сергей уже воспитал немало своих последователей. Самое главное в сборке – это определять цвета и выучить формулы. Это самая главная вещь в сборке кубика. Без знания формул не получится собрать его. То есть самое главное – определять нужную формулу и правильно в
быстрой скорости исполнять ее. Сейчас у Сергея Ключника одна задача – выучить больше формул и продолжить развивать свои навыки и скорость, сокращая время сборки головоломок. А это будущая звезда белорусской эстрады Алексей Семашко, лауреат второй степени конкурса «Новые имена Беларуси-2018», дипломант второй степени республиканского конкурса «Лидский венок», участник школьного оркестра «Нота Бенд» и солист хора «Крыничка». Академическим вокалом и игрой на гитаре он занимается в музыкальной школе на базе 37-й школы города Гродно. И дышу красотою поистине свежей на просторах земли, чьи глаза голубые. Алексей много работает над собой и с удовольствием пробует силы в музыкальных и песенных конкурсах. Творческие путешествия по городам Беларуси. Я также очень люблю читать стихи белорусской классики. И я решил себя попробовать в прошлом году в конкурсе. И в сентябре прошлого года был финал в Полоцке, где я занял первое место. Это был республиканский конкурс. Когда ученик и преподаватель давно и хорошо знают друг друга, дружат, тогда и работа ладится легче. Именно такие отношения у Леши Семашко с его любимым преподавателем вокала. Алексея я знаю уже с детского сада, потому что они ходили с моей дочкой в одну группу. Знаю хорошо родителей, поэтому мы общаемся очень тесно. Значит, он уже в садике выступал, пел на всевозможных утренниках. И когда он поступил в нашу музыкальную школу, как бы я сразу его заприметила к себе в класс, и мы начали с ним заниматься вокалом. От того, каким образом ребенок начнет познавать мир, во многом будет зависеть ход всей его жизни. И пусть для каждого талантливого учащегося найдется хотя бы один друг-наставник. Ведь настоящий учитель поможет не только выучить предмет, но и стать маленькому человеку собой. Это была 37-я школа города Гродно. И в следующем выпуске мы обязательно познакомим вас с не менее талантливыми и интересными ребятами нашего города. Пока!